Это знаменитый отель Бурдж Аль Араб, который у нас многим известен как знаменитый парус. Но на самом деле вот такой вот арабский пятизвездник. Многие называют, что это 7 звезд, но это неправильно. На самом деле это 5 звезд. Вот. И, конечно, это очень знаменитый отель на весь мир. Можно наверху прилетать вот на такую вот башню, вот на вертолете. Но это очень дорого стоит. Или заходить и снизу, и там тоже очень красиво, все мраморе и золоте. И вот такая сегодня экскурсия, вот живьем в Дубае, вот сегодня веду этот репортаж такого вот места. Конечно, очень красиво.